Привет всем, кто смотрит данное видео, кому такие темы интересны, присоединяйтесь, заходите на канал, подписывайтесь. А я хотел бы сегодня рассказать о кондукторе, которым пользуюсь уже много времени. Данный кондуктор фирмы Крафт, стоимостью в среднем $20. Кондуктор позволяет работать с тремя видами шкантов, 6, 10 и 8, облегчает работу, позволяет также делать соединение как в торец посередине детали, можно сращивать детали друг с другом. Давайте остановимся на некоторых моментах работы с этим шкантом, в чем его прелести. Делал вот такую я для наглядности заготовку. Соединение шкантом относится невидимым соединением, крепким и прочным. Значит, для того, чтобы найти нам середину, данным кондуктором происходит все очень быстро. Нам его надо поставить по диагонали. Все, поставили по диагонали, зажали, просверлили. Точно по центру у нас получается вот такой шкант. Значит, я предварительно сделал ножки от произвольной тумбочки, так скажем. Второй момент. Когда у вас в заготовке разной толщины, вам нужно найти данное расстояние, чтобы они заходили в торец. Для этого есть регулировочная планка на кондукторе. Все тоже очень просто. Когда мы просверлили отверстие по центру, забили шкант, мы вставляем наш кондуктор в этот шкант, подвигаем регулировочную планку, зажали, закрутили. Все, мы нашли центр для будущих отверстий, которые будут делаться в этой части. Следующий шаг, мы должны нашу стенку как бы поставить ровно, выровнять по торцу, затем совместить данную прорезь со шкантом. Все. Производим засверловку. Засверлились. Данное отверстие у нас точно здесь. Со вторым шкантом все то же самое происходит. Тем самым мы собрали. Дальше. Если мы хотим сделать соединение посередине, вот здесь, для этого нам нужно также в этой части сначала сделать отверстие, вставить шканты, открутить данную планку. И на расстоянии от центров установить данную полку на расстоянии 40 миллиметров. То есть как бы вот так. От центра до края этой заготовки должно быть 40 миллиметров. Тем самым у вас будет центр вот этой вот стенки. Ну вот как бы и все. Основные принципы я показал. Плюс данного кондуктора в том, что вам не надо заморачиваться с линейкой, с разметкой. Все как бы быстро, просто, доступно.
комплекте с данным кондуктором идет описание, все подробно, в картинках, разобраться очень легко. А на этом все. Кому данное видео было интересно, как всегда, ставьте лайки. Бесполезно — ставьте дизлайки. Заходите на канал, подписывайтесь. До встречи на канале.